Генеральный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Почувствуй кайф. Почувствуй драйв. Попади в реальный рай. Открытый бассейн на территории спа-отеля «Барвиха» ждет вас. Вода с подогревом, шезлонги, удобные раздевалки, бар, освежающие коктейли, вкусная кухня не дадут вам заскучать. Ждем вас с 9 утра до 20:30 каждый день по адресу город Бердск, улица Морская, 3. Спа-отель «Барвиха». Телефон 8-383-212-59-59. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 3 августа ночью и днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 27-29 градусов. 4 августа без осадков. Ветер северо-восточный 3,8, порывы 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 12-17, дневная 27-32 градуса выше 0. 5 августа местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-18, днем 25-30 градусов со знаком плюс. Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Спонсор прогноза погоды – салон «Оптика Next». В новом отделении МРТ-технологии установлен 128-срезовый компьютерный томограф фирмы Philips. Ведущие специалисты города и сотрудники томографического центра помогут вам в диагностике патологии легких, лор и внутренних органов, костей и суставов, сердца и сосудов. Теперь в Международном томографическом центре все современные методы лучевой диагностики. Высокопольная магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томографии, ультразвуковые исследования экспертного класса. В оптике Next огромный выбор оправ и готовых очков, контактные линзы, аксессуары. На приеме у врача-оптометриста проводится проверка зрения, подбор очков и контактных линз. Весь август школьникам и студентам проверка зрения 200 рублей. При заказе от 1500 рублей проверка зрения бесплатна.